Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман. В этом видео я покажу свою коллекцию пластилиновых персонажей из игры Dark Deception. Dark Deception – отличная смесь популярных жанров – классической RPG и трехмерного хоррора. Главной задачей в игре будет пройти огромное количество уровней и на их территории собрать все кристаллы – осколки душ. Уровни напоминают лабиринты, в которых обитают разные монстры. Гадкие утята. Гадкий утенок выглядит как большая резиновая утка с пустыми глазами и оранжевым клювом, заполненным белыми зубами. Утка носит на голове дорожный конус и имеет странное устройство, которое выскакивает из ее раздвигающегося рта. Устройство имеет небольшую утиную голову с острыми зубами. Ноги утки похожи на человеческие. Думдаки, утка-босс. Утка-босс выглядит как массивная каплеобразная утка со множеством дырок, из которых вылазят руки в перчатках, и головой, похожей на голову гадких утят. У нее клюв с человеческими зубами, красные светящиеся глаза и три воткнутых в голову болта. Агата. Агата похожа на девочку. Ее глаза большие, пустые и абсолютно черные. Она широко улыбается. Ее вытянутые руки заканчиваются пятью острыми когтями с почерневшими ладонями. У Агаты волосы до плеч, под черным сарафаном белая футболка. Золотые стражи или наблюдатели. Все золотые стражи напоминают мужчин в старинной униформе и треугольной шляпе. Они частично сделаны из золота и постоянно улыбаются, а иногда при движении позируют так, как будто они вообще не двигаются. Некоторые стражи держат в руках один или два топора. Клоуны-гремлины. Клоуны – миниатюрные существа, напоминающие гремлинов. Они носят черно-белую клоунскую одежду, а также остроконечную шляпу и два помпона. Как и у всех клоунов, у них есть макияж и большой красный клоунский нос. Также у них желтые глаза с вертикальными зрачками. Обезьяны-убийцы. Обезьяны напоминают работников отеля, одетые в красные костюмы. Вместо рук у них большие кровавые ножи. Они похожи на большие заводные игрушки, так как в их спинах торчат ключи. Во рту у них много острых зубов, а большие глаза налиты кровью. Обезьяны-повара. Обезьяны-повара выглядят как переделанные версии обезьян-убийц, одетых в окровавленный поварской китель, красный шейный платок и поварской колпак. Также у них есть большие коричневые усы. Их ножи заменены на ножи для пиццы. Малак. Малак – злобный и могущественный демон и главный антагонист в Dark Deception. В своей фантомной форме Малак одет в черный плащ с рваными краями и длинными рукавами. Нижняя часть его тела отсутствует. Теперь у него более темная кожа, светящиеся глаза и рот, а также тонкие конусообразные рога. Медсестры-жнецы. Медсестры выглядят как худые гуманоиды женского пола со светлой кожей, одетые в форму медсестер 20 века. Их лица явно скрыты чем-то вроде белого бумажного пакета с медицинским крестом. Их одежда состоит из красно-белого платья, юбки и белых леггинсов на ногах. Они носят красные перчатки и туфли. Также на ногах у них красные ролики, при помощи которых они могут быстро перемещаться. Матрона. Матрона-надзирательница – тучная женщина с неестественно бледной кожей, одетая в грязную униформу медсестры-жнеца. Как у медсестер-жнецов, у нее на одежде есть черные кресты – символы первой помощи. На голове – красный гребень. На ногах у нее нет ступней, а передвигается она при помощи платформы с колесами, которые крепятся к ее ногам. Мама-медведица и мега-мама-босс. Мама-медведица. Высокая антропоморфная белая медведица.
Ее тело напоминает сшитый костюм с большим разрывом в животе. У мамы-медведицы также есть большие сферические глаза с маленькими зрачками и ужасающая широкая улыбка. На голове она носит маленький розовый бантик. На кончиках всех ее пальцев, кроме больших, есть когти. Мега-мама. Более крупная и ужасающая форма мамы-медведицы. При входе в таинственный бассейн с зеленой жидкостью она претерпевает радикальные изменения. Ее тело сильно раздувается и становится намного больше. Из живота появляется огромное количество триггер-мишек. Ее правая рука напоминает лапу с четырьмя когтистыми пальцами, а левая заменена на круглую мясистую голову с медвежьими ушами и ртом, полным острых зубов. Банда радости. Кролик Лаки. Лаки выглядит как большой желтый антропоморфный аниматроник-кролик. У Лаки большие белые глаза и кроличьи зубы. Он носит тапочки и галстук-бабочку лавандового цвета. У него есть серый кроличий хвост, который можно увидеть, когда он поворачивается. Свинья Хенгри. Хенгри выглядит как большой розовый антропоморфный аниматроник в виде свиньи. В отличие от своих коллег-аниматроников, у него всего три пальца на каждой руке вместо четырех. У Хенгри большие глаза и открытый рот. Он носит рваную грязную белую футболку с надписью «Я люблю ребра». Курица Пенни. Пенни – курица-аниматроник с большим желтым клювом, заполненным зубами, оранжевыми ногами и красным гребнем на макушке головы. Как и у ее коллег-аниматроников, у нее также по 4 пальца на каждой руке. Также у нее на руках есть что-то типа перьев, при помощи которых она может летать в течение нескольких секунд. Джой Килл. Джой Килл – робот, сделанный из разрушенных частей Хенгри, Пенни и Лаки. Голова Лаки расположена посередине. Голова Пенни справа, а голова Хенгри расположена слева от него. К задней части голов подходят защищенные кабели, идущие от основного корпуса робота. Джой Килл сохранил характер и поведение каждого из банды радости, то есть он остался таким же безумным и злым. Джой Килл может стрелять лазерами из своих глаз. Также он может хорошо прыгать с одной платформы на другую. Далее я покажу, как слепить фигурку манекена Dark Deception. Манекены. Манекены также являются врагами в Dark Deception. Впервые они появятся в 5 главе. Манекены выглядят как гуманоидные фигуры женского пола. Их руки и ноги имеют заостренную форму. Также вместо головы у них конус. Фигурку манекена я леплю из пластилина черного цвета, а для каркаса использую алюминиевую проволоку диаметром 1 мм. Вот такой манекен из игры Dark Deception у меня получился. Огромное тебе спасибо, что досмотрел это видео до конца. Если понравилось, обязательно ставь лайк. И пиши в комментариях, какая фигурка тебе понравилась больше всего. Желаю тебе творческих успехов и отличного настроения.